Казанский федеральный университет с ознакомительным визитом прибыл заместитель генерального директора информационного агентства «ИТАР-ТАСС» Андрей Соколов. Университет с очень богатой историей. Вот как раз только что удалось посмотреть вашу библиотеку, уникальное собрание редких рукописей. Это действительно впечатляющее зрелище. Конечно, с точки зрения инфраструктурной есть еще, безусловно, к чему стремиться, но очень интересная коллекция, и я больше чем уверен, что с таким богатым прошлым, с таким богатым набором выпускников университета, которые в различных областях науки и экономики достигли больших высот, безусловно, университет ждет большое будущее.